Для того, чтобы понять обстоятельства, при которых зародилась наука, а эти обстоятельства исключительные, счастливейшие, неповторимейшие, нужно прибегнуть к сравнению, сопоставить Древнюю Грецию с Древним Востоком, древневосточная цивилизация, где, конечно, тоже накапливалось знание, где были элементы протонауки, но наука там так и не смогла возникнуть. Вспомним окружение Греции. Это и Египет, это и Персия. А если взять более древние периоды, это, конечно, Вавилон и Ассирия, и Шумер, и Акады. Короче говоря, весь Ближний Восток и так далее. Давайте мысленно перенесемся, ну скажем, в обстановку Вавилона или Древнего Египта. Как там генерируется знание, как там знание создается. Но прежде всего, давайте с вами отметим, что это цивилизация Востока, связанные с растительным земледелием. Это очень важно. Растительное земледелие. Это цивилизация, сосредоточенная около огромных рек. Нил, Тигр, Евфрат. Вы знаете, какое значение для ирригации имели разливы этих рек? Когда в результате этих весенних, ну, можно сказать, катаклизмов где-то, да, могла меняться береговая линия, когда нужно было постоянно следить за земельной площадью, вести ее учет. Потребности жизни привели к развитию геометрии. Геометрия, она поначалу была наука сугубо функциональной, утилитарной, что отражено в ее греческом наименовании геометрия, измерение Земли. Естественно, что нужно было регистрировать все, рабочую силу, затраты, доходы. Это вело к развитию математики. Уже имелись какие-то алгоритмы для того, чтобы подсчеты были быстрыми, точными. Как правило, эти цивилизации имели выход к морю. Это значит, осваивалось морское дело. Была необходимость в разработке методов ориентации. Это привело к развитию астрономии. Астрономия, которая предполагает умение точно наблюдать положение светил, точно фиксировать координаты светил и так далее. Хочу заметить, что вот эти цивилизации, связанные с реками, они постоянно наращивали свою мощь, и, конечно же, они требовали огромного количества людей, задействованных в производстве. Это были рабовладельческие государства, естественно. Причем рабовладение там было не таким, как в Греции, оно было очень суровым, антигуманным. Вот сразу, вот, что я перейду к Греции скоро, да, вот сразу, чтобы у вас был контраст. Вот нам надо понять, почему Греция стала колыбелью науки. Это, знаете, очень большая проблема. Она сейчас широко дискутируется. В принципе, могли так сложиться обстоятельства, что цивилизация наша прошла бы мимо именно научного мышления. Здесь много других способов отношения к миру, кроме науки. Вот именно наука родилась. Почему? Вот сравнение что нам дает? Греция, ну, гораздо более компактная, что ли, страна, чем эти гигантские цивилизации. В Греции нет великих рек. И поэтому производство, которое там, конечно, тоже развивалось, да, оно не было таким масштабным. И оно не требовало постоянного притока рабочей силы. Восток прямо всасывал в себя завоеванные народы и бросал их
на производство. В Греции этого не наблюдалось. В Греции всегда были лишние люди. Свободные люди, так? Которые в поисках достатка покидали метрополию и становились эмигрантами. Ну, в каком смысле эмиграция тут надо, должна толковаться? Ну, они покидали родину, да, они эмигрировали, хотя не теряли с ней связи. Это очень важно. Греческое расселение, греческая колонизация. Греки освоили Средиземноморье, Малоазийский берег. Это же вообще чудо какое-то. Эфес, Пергам, Смирна, будущие города апокалипсиса. Так. Они поднялись к Черному морю, освоили Причерноморье. Вот это очень серьезное обстоятельство, что производство в Греции и на Востоке было несоизмеримым друг с другом. И это позволило грекам как-то более, ну что ли, раскрепощенно чувствовать себя внутри экономики своей страны. Хорошо, давайте сейчас представим себе институт знания, скажем, в Древнем Вавилоне. Прежде всего, мы должны подчеркнуть, что все проблемы, которые там решались, это были проблемы прикладного характера. Проблемы, связанные с получением какого-то совершенно конкретного, практического эффекта. То, что можно назвать протонаукой, имело характер утилитарный. Соображения пользы доминировали. Это ирригация, это землемерие, это навигация и так далее, и так далее. Это развитие математики в целях наиболее правильного учета и планирования хозяйственной деятельности, так и далее, и так далее. Конечно, вот эта практическая сторона правонауки, она имеет свой позитив, так? Но она имеет и свои минусы. Вот я прошу обратить ваше внимание на еще один контрастный момент. Вот я сравнил сейчас Восток и Грецию с точки зрения масштаба хозяйственной деятельности. Так, Восток, который втягивал в свою воронку сонму людей и перемалывал их в своих этих мощных растительных системах. И Греция, которая не имела такой нагрузки страшных. И вот другое сравнение. Восток сугубо утилитарен, сугубо практичен. Именно у греков, потому что греки любили свободу, я об этом скажу еще отдельно, да, любили свободу, и они были свободными людьми. Даже рабы у них могли ощущать себя комфортно, между прочим, так. Там не было вот какого-то остракизма в отношении к рабам. Я сейчас говорю все-таки о свободных гражданах, да. Вот у них был избыток свободного времени, что крайне важно. И они имели возможность предаваться чистому созерцанию. Созерцательность – очень важная черта. Когда смотришь на мир, не думай, какую пользу ты из него можно извлечь, а просто задумываясь над его загадкой, над загадкой мира. Бескорыстное отношение. Незаинтересованное отношение. В каком смысле незаинтересованное? Отсутствие какого-то практического, функционального интереса. Чисто созерцание. У греков впервые сложился вот этот способ не только мышления, но и жизни. Итак, рабы. Рабы, которые занимаются хозяйством.
возникает оппозиция. Она есть и на Востоке. Она и на Востоке была оппозиция, да? Вот управляющий и управляемый. Хозяин и раб, да? Так, тут уже четко просматривается дифференциация труда. Правильно, да? Есть труд умственный, есть труд физический. Это одинаково происходило во всех цивилизациях древнего мира. Это расслоение, но вам вполне понятно. Греки очень рано наложили ценностные смыслы на это расслоение. Вот за греков физическая работа была чем-то второсортным, чем-то недостойным свободного человека. Это удел рабов. А вот свободный гражданин, он вправе предаваться чистому мышлению, чистому созерцанию. И вот в процессе этого чистого мышления, этого чистого созерцания, греки ставили проблемы, фундаментальные проблемы, которые не имели никакого отношения к практике. Это было знание ради знания. Вот, и сейчас смотря, бескорыстное, вот этот термин я очень люблю, его Кант постоянно так использует, да, бескорыстное, незаинтересованное в смысле практицизма, отношение к миру. И вот как раз вот этот момент, он принципиально важен. Знание ради знания. Вот здесь рождается наука, здесь. Этот момент вы должны почувствовать и как-то зафиксировать его. В Греции, только в Греции, игра обстоятельств привела к тому, что появились созерцатели. Их очень трудно представить вот в этих восточных цивилизациях. Хотя, конечно, аналог мы можем найти в Китае, но Китай совсем другая сфера. Но вот в тех странах, которые непосредственно предшествуют античной Греции, мы там не найдем таких обстоятельств, которые бы сделали возможными появление созерцательного мышления. Вот крайне важно созерцательное мышление. Созерцательное. Наука, конечно, связана с практикой. Наука имеет практику как источник, правильно, да, из практики рождаются многие проблемы научные. Практика является ли науки сферой приложения знаний, так. Это все правильно, это все верно. И тем не менее, вот наука зарождается в отрыве от практики. Наука зарождается как чистое знание. И это был, повторю еще раз, вот как я сказал в начале лекции, счастливый момент, счастливое обстоятельство. Греки вошли во вкус этой познательной деятельности, и у них пошло развитие вот, настоящей науки. Хорошо. Я уже касался проблемы мифа. Сейчас я к этой теме вернусь, но только вернусь в каких-то новых разворотах. Миф. В Древней Греции и в любой другой области земного шара миф чем характеризуется? Вот важнейшая особенность мифа. Ну, вспомните, что вот для мифологических представлений древних греков не только их характерно различного рода метаморфозы, превращения. Так. Можно здесь использовать слово «оборотничество». Именно это слово любит Алексей Федорович Лосев. Что стоит за вот этой превращаемостью? Стоит отсутствие, если хотите, самотождественности вещи. Вот давайте сейчас на этом остановимся. Так, смотрим на вещь глазами мифотворца и глазами ученого. Так, вот нам нужно понять, где они расходятся. Нам нужно осознать их расхождение
И вот как раз внутри этого расхождения мы и пронаблюдаем зарождение науки. Когда это расхождение будет осознанно, отрефлексировано, то будет понята специфика науки. Итак, я смотрю глазами Библиотворца на человека. Ну что же, миф может сказать о том, что человек способен превратиться во что угодно. В дерево, вспомним миф о кипарисе, в цветок, гиацинт, в быка, превращение Зевса, который похищает Европу. Да, боже мой, разве... Если мы перечислили все метаморфозы, есть целая книга о Овиде, она так и называется, метаморфозы. Вот. У мифа специфическая логика. Это именно логика мифа. Но она может казаться нам антилогикой. И что здесь самое главное? Вот это оборотническая логика мифа, где все превращается во что угодно, да, она вступает в противоречие с идеей самотождественности вещи. Вещь равна самой себе. И для того, чтобы ее изучать научно, нужно вот исходить из нее самой, не привнося в нее всякого рода субъективные наслоения. Есть такое выражение «от мифа к логосу», «от мифа к логосу», да. Но, или то же самое, что «от мифа к науке». Но в этом переходе огромную роль как раз сыграл отказ от этой оборотнической логики. Нужно понимать вещь такой, какой она есть на самом деле. Элиминировать мифологические наслоения и пробиться к подлинной, к сущностной природе вещи. Это первое. Второе. Мы помним, что миф, конечно же, не различает реальное и нереальное, подлинное и мнимое, да? Не различает. Давайте запишем, реальное и нереальное, подлинные, мнимые, объективные, субъективные. Вот эти оппозиции, они очень важны для науки. Они, эти оппозиции, я бы сказал так, дисциплинируют научное мышление. В мифе мы наблюдаем диффузию реального и нереального, подлинного и вымышленного, объективного и субъективного. Миф, конечно же, очень часто является продуктом субъективной фантазии, так? И так далее, и так далее. Необходимо было разграничить вот эти противоположные полюса. Что реально, что нереально. Что отличает природе вещей, что у нее привнесено субъектом, наша субъективность. Вот нужно это было отдифференцировать. Нужно было провести некую черту, разделяющую подлинное и мнимое. Вот эта черта, когда она впервые стала означаться, когда греки об этом задумались, эта черта и есть как бы точка отсчета науки. Для мифотворца мир раздвоен. Очень характерное двоение мифологической картины мира. Но прежде всего, это раздвоенность на видимое и невидимое. Миф мира двупланов. Ну, потом религия эту структуру, конечно же, переймет, да? Вот есть план, который нам доступен непосредственно, открыт нашим чувствам. Есть нечто эзотерическое, нечто сокрытое. И именно на этом плане глубинном завязано все главное, все основное. И нужно к этому плану пробиться, и это означает взывание к чему? Взывание к невидимым силам, взывание к невидимым духам. То есть вы понимаете, да? В биологической картине мира
Сутью мира является то, что находится за гранью этого мира. Потому что мир невидимый – это мир уже другой. Это мир второго плана. Но второй план играет определяющую роль. Наш мир управляем оттуда. Наш мир управляем оттуда. Да? То есть это вполне закономерная конструкция. Значит, есть мир видимый и мир невидимый. И мир невидимый – это более авторитетный мир. И тут четко намечается субординация. Субординация. Какая субординация? В пользу невидимого мира. Но, сами понимаете, для того, чтобы объяснить вот этот видимый мир, надо обратиться к невидимому миру и там найти ключи к нашей реальности. Зарождение науки предполагает снятие вот этой оппозиции, видимое и невидимое. Так. Вот. Снять этого двоения. Поэтому можно сказать, что в Древней Греции где-то это рубеж, наверное, 7-6 веков до нашей эры, вот этот период очень интересный, очень динамичный период, происходит революция в мышлении. Революция, это очень важно. Вот я буду много говорить о революции. Эта революция, она так четко себя ведь не обозначила, как другие революции. Но мы ее обнаруживаем без всяких сомнений в этот период. Так, вот человек вдруг понял, что он ошибался, что он жил внутри иллюзорного представления о космосе. Иллюзорного. Ложного. Да. Человек озарило. Озарило, да. Это прозрение, это прорыв вперед. Да. И самое главное, что в результате благодаря этому озарению вот это двоение кончилось, прекратилось. Да. Человек впервые стал лицом к лицу с объективной реальностью. Вот появляется здесь впервые слово «объект». Объект, да. Что такое объект? Да. Что стоит за словом «объект»? Объектность. Объективный. Сама этимология слова «объект» предполагает указание на такой смысл. Объект – это то, что не зависит от моего произвола, от моего хотения, от моих настроений. Я субъект. Я субъект, да. Я познаю объективный мир. Но для того, чтобы этот мир познать, я должен отказаться от попыток навязывать миру то, чего в нем нет. А я раньше это делал. Это лежит в основе мифотворческого мышления. Я много примысливал чего. Так вот, отметьте у себя, что именно в этот период появляется качество объектности. Объектности. Это фундаментальный момент. Но раньше я обращался с миром, как я хотел. Я видел в нем то, что мне подсказывало мое наитие, моя фантазия. Это был период очень яркий, продуктивный, творческий. Но он, конечно, рано или поздно должен был себя исчерпать. Потому что психология хороша до какого-то предела. А ведь дальше мы все больше и больше сомневаемся в истинности мифологических моделей, мифологического писания, нам хочется чего-то другого. Вот. И как раз вот на этом переходе кончается двоение мира и появляется объектность. Объектность. Появляется и проявляется интерес к тому, что вот можно назвать инвариантностью. Инвариантно – это то, что не изменяется при переходе от одного объекта к другому. Инвариантность – это форма постоянства. Миф не терпит никакого постоянства. Миф всегда процессен. И эти процессы, они, конечно, все, как правило, фантастичны, ибо трансформации, которые миф выявляет, они фантастичное. И вот инвариантность – это качество, которое крайне важно для науки. Наука изучает именно инварианты, изучает то, что устойчиво, изучает то, что воспроизводится при переходе от одной системы к другой системе.
Есть даже такой термин, он все больше и больше входит в мышление людей. Это наука инвариатика. Специальная дисциплина, которая исследует вот законы инвариантности. Греки сумели вот это понять, что надо разрабатывать, как мы говорим, объектную идеологию. Что надо мир объяснять из него самого, не прибегая к каким-то агентам, прежде всего агентам невидимого мира. Я бы сказал так, мир стал сознаваться как самодостаточное образование, Не нужно прибегать к представлению о каких-то духах, которые управляют стихиями, о богах, которые руководят, так сказать, мировым процессом. Все это отсекается, все это становится ненужным. И вот мы налицо перед миром, который не двоится, перед миром, который есть объект, который не зависит от всех моих капризов, от моих хотений. Мир, который несет в самом себе собственные причины, собственные цели, он самодостаточен, и он не нуждается ни в каких внешних подпитках, ни в каких внешних указаниях. Он изнутри движется и развивается. Это самодостаточное, как я сказал, образование, я бы сказал, еще внесубъективное. Для науки было очень важно вот разделить объект и субъект. Мы еще будем говорить о том, что это разделение, оно тоже имеет свой предел и имеет свои минусы, что выяснилось последние десятилетия. Но вот для классической науки это аксиома, это одно из исходных положений. Так? Вот есть объект и есть субъект. Их надо различать, строго различать. Вы поймите это. Миф это не различал. Миф это путал. Миф это сложнейшая, бесконечно увлекательная интерференция объективного и субъективного. Там нельзя отслоить друг от друга какие-то моменты, отвечающие реальному положению вещей, от моментов, явно привнесенных туда из недр моей фантазии. Миф – это сращение объективного и субъективного. Конечно, с преобладанием субъективного начала, поскольку оно начало творческое, начало креативное. Так вот, наука, она только тогда возможна, когда между объектом и субъектом возникает водораздел. И этот водораздел впервые со всей очевидностью обозначился в Древней Греции. Это чудесно, конечно. Дальше. Развитию науки в Древней Греции бесспорно содействовала демократия. Вот это тоже невероятно важно. Знания на Востоке и знания в Греции. Восток. Кто является хранителем знания? Это люди, жрецы. Обращаю внимание на то, что жрец, владеющий знанием, это фигура сакральная. Это фигура, которая представляет интересы Бога здесь, на земле. Она там фактически вычисляется. Простые люди испытывают пиетет перед знаниями жрецов. Нет никаких сомнений, что, скажем, и в Египте, и в Вавилоне жреческая протонаука, она уже овладела алгоритмами, позволяющими предсказывать солнечное затмение. Там был известен так называемый большой сарос, это большой цикл повторяемости затмений, солнечных затмений. Это было найдено путем эмпирических наблюдений, не одна сотня лет на это потребовалось. Но представьте себе,
когда жрец предсказывает затмение, и оно происходит. Какое впечатление это производило на простых людей. Это казалось чудом, и жрец в глазах простых людей был существом особым, реальным посланником Бога, полномочным посланием Бога. Знание было окутано тайной. Это было знание эзотерическое. Эзотерическое значит глубинное, скрытое, спрятанное. Эзотерическое знание. В отличие от экзотерического. Это знание, которое обращено вовне. Это знание, которое открыто людям. Знание, которому есть доступ. И никакой цензуры, никаких запретов, никаких табу. Понятно, что на Востоке знание было чем-то наследуемым. Каста, да, жреческая. От отца к сыну знание передается. Это канал очень узкий. Это канал надежно защищен от вторжения со стороны. Вы понимаете, о чем я говорю. Естественно, что главную роль в апробации знания. Нужно знание проверить, да? Нужно в нем утвердиться. Главную роль в апробации играл что? Авторитет владыки. Будет это владыка религиозный, будет это владыка светский. Он так считает, это истина. Это истина. Вы понимаете, да? Истина, она утверждается. Кем? Утверждается властелином. И это последнее слово. Понимаете, это последнее слово вот в апробации знания. Не дай Бог, если ты в чем-то усомнишься и выразишь это сомнение вслух. Это означает для тебя полную катастрофу. Так вот, чем хороши греки? За что мы должны быть им благодарны? У греков структура и накопление знаний, и хранение знания оказалось в корне противоположной. Греки очень рано вступили на путь демократизации своей жизни. Я сейчас отойду от науки в социальную плоскость, но это сделать вот так необходимо. Потому что без этого не понять Древнюю Грецию. Седьмой век, это вот, вообще седьмой век это удивительное время, седьмой век, это вот переход от мифа к науке, ну не значит, что мифы совсем были лежат, и мифы и сейчас, конечно, действуют, но именно тогда человек стал понимать, что вот есть оборотническая логика мифа, и есть инвариантность, есть постоянство вещей, есть их себедождественность, это именно седьмой век, вот в этом плане это век порубежный, век, на которой пришлась эта первая замечательная революция сознания, когда мир перестал двоиться, и когда человек стал к миру подходить рационально. Так вот, VII век, он чем еще интересен? Тем, что начинает возникать правовое мышление. Так. Греческие города разрабатывают свои кодексы, вот понятие кодекс, где регламентируется, нормируется общественная жизнь. Причем это делается всегда с учетом прежде всего интересов большинства. Так, 594 год до нашей эры. Реформа Солона, знаменитая. Солон, один из легендарных семи мировых мудрецов. Именно Солон и его преобразование укрепили институт частной собственности. Частная собственность, которая вовсе не обязательно должна быть связана с чем-то родовым, клановым. В это время расшатываются родовые структуры, которые, конечно, рано или поздно себя должны изжить. Так, родовое мышление, родовая иерархия, она несовместима с демократией. Так. Вот. Реформа Солона, они направлены против этих родовых традиций,
которые тормозят общественное развитие. Они дают простор частной инициативе людей, которые могут иметь самое разное происхождение, но вообще не учитывается. Есть такое выражение «три И», да? Но как бы три постулата общественной жизни Древней Греции, я хочу, чтобы вы сейчас их записали, может быть, вы это не запомните, да? Но это очень красивые принципы. Ну, как это сейчас говорят? Слоганы, да? Вот. Три слова, которые отражают основные ценности общества греческого. Именно эти ценности обеспечивали развитие и укрепление науки. Первое – «и». Иссегория. Свобода слова. Иссегория. Иссегория. Одно «с». Так. Боже мой, как мы должны быть благодарны грекам за то, что они очень рано утвердили право человека высказывать свое мнение, которое может идти наперекор мнению большинства, мнению большого начальника, мнению авторитета. Греки очень рано утвердились в ценностях иссегории. Второе «и» – исотомия. Исотомия. Это свобода гражданского участия. Гражданского участия. Ну, скажем, в занятии тех или иных должностей. Исотомия предполагает, что любой человек может занять высокую должность, независимо от своего происхождения. Он, равенство в занятии должностей, равенство вот, внутри иерархии социальной. И, наконец, последнее «и» – это исономия. Исономия. Это равенство людей перед законом, гражданское равенство перед законом. Каждый отвечает одинаково за свои проступки, каждый несет равную ответственность за содеянное. Хочу заметить, что развитие права, оно тоже предполагает революцию мышления. Кстати, миф ведь как объяснял природу? Объяснял, прибегая к представлению о невидимых силах. То же самое было и в общественной жизни. Что движет людьми, что движет обществом? Божественное установление, да? Воля богов. Ну, надо сказать, что греки, к их чести, считали богов весьма капризными существами, поэтому влияние богов на социум в глазах грека было очень таким своеобразным. Подчас даже и каким-то игривым, и несерьезным, и плутовским, каким угодно. Ну, вот есть такая формула от темиса, темис, большой буквы пишем, да, темис, это божественное установление. От темиса к номосу, номос, вот слово номос, это слово означает закон. Темис и номос, темис это представление об обществе, где действуют некие высшие силы, иррациональные, нам непонятные, для этого используется оракул, для того, чтобы что-то понять, да, оракул вещает от имени этих сил, оракул предсказывает, вспомнил дельфийский оракул, прежде всего, сивилы, которые тоже вещают, вот. И номос. Номос – это правовая идея, которая имманентна самому обществу. Она не принесена оттуда свыше, она обществом порождена, она обществом выписывана. Так, это правовая идея. Общество, опять, как и природа объясняется самой себя, так и общество объясняется самого себя. Мы закон устанавливаем. И мы должны это делать сообща. Законы должны быть оптимальными для нас. Они должны уважать человеческое достоинство. Они должны человеку руки развязать, хотя в то же время должны и контролировать его поведение, разумеется. Да. Также обеспечить всеобщее благоденствие, всеобщее процветание. Это замечательно. Замечательно. Вот. Греки очень рано полюбили закон. Закон в двух смыслах. Имеется в виду закон научный, конечно, да? Вот я говорил о том, как Пифагор открыл закон целочисленных отношений. И закон, ну, в общественной жизни. Это разные формы закона, как бы разные ипостаси закона. Но в то же время это нечто единое.
Понимаете, да? Это две ипостаси мировой закономерности. Уважение к закону, понятому широко. Причем считайте, что закон вот, предполагает естественность, естественное происхождение. Здесь исключаются какие-либо манифестации высших сил. Закон надо шлифовать, если речь идет о законе социальном. А такая шлифовка требует чего? Интеллектуальных усилий многих людей.